Стихотворение собственного сочинения «Милосердие». Сын у мамы спросил, что такое добро и откуда на свете берется оно. Быть милосердным, скажи, это как? И в чем разница, свет на земле или мрак? Человека добром Творец одарил, чтобы раб человеком себя ощутил. Это самое главное в каждой душе, в самом старшем из нас и в малыше. Если люди начнут сострадать и жалеть, перестанут донбасские села гореть, милосердное слово, готовность к добру остановят войну и прогонят беду. Доброта помогает душой не черстветь, и ребенка согреть, и кота пожалеть. Милосердие должно в каждом сердце гореть, и оно не должно хоть на миг замереть.